Отлично, я только сейчас понял, что я, конечно же, как всегда, не начал запись. Зачем нам записи, ребята? Правильно, это ж Лёшка, зачем нам записи? Мы без записи нормально. Итак, всем еще раз привет, это Энджок, это Evil Force Cup, номер ололо. Финал, Best of 3, Империя против Бог, Power of Honor, первая карта. И 4-0 в пользу Power of Honor. То есть я не записал эйс. Беда. Беда бедой. Так, первый бараунд у террористов был только что проигран. У них теперь по деньгам все очень-очень печально. Дают хаешечка неплохая. Еще дают хае, влетает, взрывает просто ви. Итак, Норбит. Чем может кому? Хорош! Дави своих, убивай. Норбит уже умер. Как только я с ним переключился. Тут такие неплохие прошивы в дом. И все, ну, третья сторона дефенса, посмотрим, что Империя сможет нам показать. Интересно, база дефенса, а вообще, так, они пока что... Очень вяло смотрится на фоне Power of Honor, только... Только... За 5 раундов только 2 парня сделали фраг. Сейчас, кстати, Айрон будет аркадить. Встреча с Норбитом неизбежна, я думаю, только вопрос... Чеклит на Норбит ящик, у которого очень так странно лежит дым, или же тем временем Норбит уже взрывают. Экстрей встал АФК около мусорки, один на респе, забирает бомбу. Так, что у нас вообще показывает? Ага, Женя убивает поджим. Нет, точнее, Женя сам врывается. Тем самым реализует свою позицию, убивает. 2-1. Повесить Зои, но Зою перестрелял. Так, остаются у нас 3 в 5 команда Империя и... Что же будет? Ну, в общем, сейчас так, уже убили кого-то из них, я все абсолютно я не хотел пускать, и КБ зажимает, считай, двоих. И 6-0, руки карты, дефенса, в принципе, тут все понятно, тут можно даже не волноваться, то, что Империя так летят, я думаю, то, что в дефенсе они будут ничуть не слабже, чем Power of Honor, потому что, ну, это Империя, пацаны. У Империи должен быть хороший трейн. Обычно сейчас умирает Ваня, да. Ребят, АВП Айрон, Айрон Дэдап, минус 2 дает. То есть, есть инфа про третьего, есть инфа, что он около пожарки, и может, вон пробежал, как же, не увидел сейчас. Не увидел сейчас Айрон модельку. Женя разбился. И Форрес добирает последнего. 7. Вот. Будет ли 15-0? Опс, пардон, я заснул немного. Значит, Тенк у нас поджал поджарку. Поджал. Фу! Поджал. Вот такой вот ноузумчик дает сейчас Ваня. Санёнку. Тем временем Киржаков зашел на А. Бомбы у него нет, он один в один с Ваней. Бомба под Ваню, и там лежит трупик. Что же будет? А, Киржаков выходит... Киржаков будет через... Нет, стоп, вообще все будет не так. Дают рефлекс. Ага, тем временем Киржаков-то в дом уходит в дом. И Ваня вообще где-то далеко. И боюсь, что Ваня сейчас может просто проиграть позицию. Сейчас просто Киржаков заберет бомбу и пойдет ее ставить на Б. Вопрос, зачем он это делает, конечно, не очень понятен, но. Ну пусть, если хочет. В принципе, время у него есть, он сейчас так сделал такой нифиговый круг вокруг всей карты. А, по-моему, не ставится плент? Нет, ставится все-таки. Ваня понимает, что это Б.
Я не знаю, знает ли он, что у Киржакова 40 хп. И что? Откуда будет следующий? Ну, за фейком, где позиция, в принципе, бомба стоит туда же и... И да, идет чекать и... Ой-ой-ой, нападает и пругой, братан, чекни до упора. Ну, чекай же, блин. О, какой фазумч! Даже просто отлично. Мог, кстати, в дом убежит за свих. Как он успел? Мать честная, как он успел? О, что-то меня походу пора поспать, короче, только после стрима уже, потому что я только что думал, то что время, которое шло до конца раунда, это тот же самый таймер бомбы, и сейчас вот уже как бы все, а он еще и успел. Такие вот делишки. Так, Женя на четвертом, он ждет своих врагов. Женя около трансформатора, это похоже Б. Так, кто у нас на Б, на Б у нас Форест. Форест гранату видит, будет модельку, его убивает Ваня, который вытащил. Убивает бомбу. И что же будет, ой-ой-ой. Вообще не пальцы с X-Ray, вообще я бы, вот, отлично, кишет, минус 1000 просто дали пацаны, взял, прилетает флеш в лицо, вторая флеш в лицо, где, раздали, нет у него диффузов, но зато вот, а, стоп, у обоих есть диффузы, что показалось мне, ой-ой-ой, как умирает опасный злой, остается один Женя. Женя и Евгений и Женя. Сейчас остальные чек. Ну так, хорошо. Блин, зачем Киржаков стреляется? Это же глупо. И нет. 5, 4, 2. Успел. Секундочки прям буквально. И это 8-1. Восемь один пользу Пауэр Коннор. О, Славик решили отыграть сейчас и пацаны, и походу у них это неплохо получилось. Это не очень понятно, что это пацаны, ну ладно. Жал флаг бы наш шалел от таких залетов. Так, Зел выходит аркаду зелень, видит, что никого тут нет, и говорит инфу, что это среди сотка или Б. Сейчас ты, может быть, встречу Киржаков. Киржаков вышел, ну, ладно, окей. Пусть не все было, честно. Спарен вообще молодцы. Так. Ну, 1 в 3 остается, в принципе, я уже просто такой... Ты кому-то повесил еще Киржаков. Там два арика, сейчас вы можете забрать минус один арик и... И второй. Ага, второй Зиги. Ну, слышал же. Ой-ой-ой, колесо. Хорош. Решил убить его Киржаков, ну... Решив, что его скилл слишком велик отдался. Так. У команды Империя полубай. Точнее, даже у половины нету бая, просто получает следующий сестрой. Неплохо так. Ну это по идее Б. Это выход нижний, это еще один. Ой, не зажал с 50 секунд. И остаются 2 в 3. 1, 2 в 2. А в одного уже в пользу Power of Honor. И, наверное, с верхнего. Нет, он вообще все по-другому делает. Но биту побежит в кузы и не успевает. Лол. И
Вообще он топал как слон. Так, счет 10-1 у нас. Дается первый минус от Вани. Ваня дает минус 2, где он их забирает. Ваня собирает ПП. Пытаются дать валбанги в нижнюю, ой, в нижнюю, вверх-вниз, но безуспешно. Зато выдает минус сотку сейчас. Форестру. Никак я не могу просто. Сейчас за империю, да, Тинькофф, сейчас я думаю за империю уже пора переживать, потому что один взятый раунд за атаку на трейне это ничтожество. Первоуральск, это тоже нормальная команда, передаю привет команде Первоуральск, ребята, нормально. Это не пиар, это мое мнение, я не навязываю, просто сказал. Это было принятие эко, 12-1, и у империи все совсем плохо. Может быть, это они не думали, что хотят играть трейн. Точнее, что не захотят играть по уровню на трейн, но, убив всех их планы, теры... Да. Так, Айрон сейчас встретиться должен с... Встретился, короче, Айрон, так что встретился, что Вайки дает минус 2, Киржаков дает минус. Дается, нет, муха. Голом стайл, гоу, X-Ray. Давай, братан. Как Дося минус 3 на Ване. Стал-то. О, попадает ему еще по голове. Сейчас Ваня. С Ваней собирает Норбит ВП 12-2. Вот это уже хоть что-то. Есть выигранный раунд, были минус 2, твои 1. Это, наверное, то, что и решил, собственно говоря, исход. Неплохо. 3.16 на тусками, не очень даже. Хреново. Выходят соточку. Дают Давик, который стоит сейчас на момент на... Попал. Зато Норбит попадает еще как. Норбит только по щелям. Это был дабл? Нет, это был Джимбо Лежиню. Норбит уже минус 3 и... Сможет ли сделать осе? Нет, не сделал он. Осе его убили. 13-2, смена сторон. Итак, первая пистолетка за второй стороны на карте D-Train. Посмотрим, мы за NZX-Ray, он сейчас будет на самой главной вообще роли в команде. Это открыться первым фрагом, чтобы не дать людям, типа, Power of Honor выйти на плент, видит пожарку, еще видит пожарку. Кстати, X-Ray умер, вот, за аркады. Что я знаю? Что я должен знать? Первый Уральск, Мин... Мил-мил-мил-скул. Мама. Стример. Не знаю, что я знаю, короче. Ай-яй-яй, жмёт, Дженнис Юспа не убивает. Остается у Нобита 27 хп и 3 в 3. Уже сзади прошла аркада, и сейчас могут просто попадать бомбу на в лицо. Айрон не оставится. Ари, бух, что с тобой происходит? Там проснись, полый. Ах.
Так, у тиров есть бай, айрон дает минус Киржакова, а, то есть, да, у тиров есть бай, потому что они взяли пистолетку, это немного логично, есть дигл, РЗ, есть хаешечка. 5 по 9 сейчас Женя и... Что это? Нож? Ох, какие там минусы дают Форест, ладно, остается на вышке. Будем купить 2 и... Нет, стоп. Остался последний вообще на Б. То есть я пропустил Б, когда убили вышку. Это беда. Чисто командный. Ну, может быть, чисто командный можешь. Ну, чтобы появилась хоть какая-то капелька тимплея, надо сделать хотя бы браков 15, хотя бы за 3 дня, чтобы у тебя было хоть какой-то... Вот. То есть, чтобы у тебя было какое-то взаимопонимание с ребятами, которые играют за тебя, понимаешь? Просто так ничего не будет, например, вот сейчас Женя, да? Он знает то, что он здесь сняет, и ему... В любой момент могут еще двое хлопануть, понимаешь? Они просто выходят, играют то, что чувствуют, то, что им всегда хлопанут. Вот сейчас плав будет РЦ Зиги. И дали про него. Улетает граната на 19 хп. И Айрон убивает им. РЦ. Это GG. Арджен Пуфстрейн пишет X-Ray. Там они по барабану. Ну даже как я знаю, Норбит и X-Ray уже довольно-таки давно вместе, так же как и... Ну, остальные просто, не знаю, может, они как-то подписаны по-другому, но вроде бы никого выиграли на Evil Force. Ну, я могу ответить, они играли на Evil Force сначала за команду Hard, Mix, Party. А потом, в сезоне трансферов, мы трансформировали. Короче, купили мы себе Тинькова за 0 рублей, за еду он у нас работал, и мы тогда... Тогда мы заняли третье место, на следующем турнире мы заняли второе место, на следующем турнире мы заняли первое место, в общем, было весело, было 3 дня. Получает Форест от Яка минус, так, надо поставить, что я натворил, я плохо сейчас сделал, да? Я знаю, что сейчас черный экран на стрим, потому что я молодец. Ну да, что в принципе предполагалось. Так, сейчас я чекну. Еще раз, сколько нас смотрят. Ради интереса. Почему? Так. Stream is live and is being recorded. Отлично. 19 человек сегодня. Это наш пик. Так, сейчас уберем вот эту циферку ненужную. Там. Пинку выбирать, да? Тинку хорошо. Как же не понтануться? Меняется карта. Вполне возможно, что эта карта будет последней, потому что я думаю, сейчас в Империи нет ни особо морали, ставится нюк. Почему нюк, ребят? Почему именно нюк? Стрим на вас делали хоть раз? Да, делали, только делал не я, делал другой стример. Вот. Так что... Да, не делали, они даже с нами играли тогда, когда у меня будет... Проблемы с интернетом, и я ливнул посреди игры, все было плохо. Вот так. В общем, пока что на сервере нифига не 10, а целых 9 игроков. Итак, зашел последний игрок у команды. Команды Power of Man зашел последний игрок, а зато на фронте команды Империя минус один. Ждем начала матча. Все будет нормально. Это будет крутая карта, потому что, ну, потому что. Тут, я думаю, будет гораздо веселее, чем на трейне. Я надеюсь на борьбу. Потому что вот так сидеть и киснуть. Окей, Киков, ладно, хорошо. Хорошо. Договорились. Shit.
Что я должен вспомнить? Как я дал минус 4 стажа, чтобы мы выбрали сторону, это я помню. Я много чего помню, братан, понимаешь, но... Понимаешь, тут дело все в том, то, что как бы есть разница между тем, как мы играли сначала, да, кап, вот первый кап, когда мы заняли третье место, проиграв в Hard Mix Party, с каким это было настроем, как мы сидели и думали, что же нам делать. Потом это обидное, сволочное второе место, которое я никогда не забуду, этот чертов Тускан, карту, которую я теперь ненавижу, потому что на ней мы сначала выиграли сторону дефенса, то есть сильную сторону, с счетом 13-2, и, перейдя за теров, взяли пистолет, пацаны с деглами нам ворвались, раздали на втором раунде, и, короче, там было грустно. В итоге второе место, причем 16-14, не, когда мне 16, там были овертаймы, причем на последнем овертайме я... Профессионально, не убив пацана, достал нож, тем самым поставив точку вообще на этой игре, и... В общем, я был молодец. Даже как и вчера в игре с Империей, но меня еще долго будут, наверное, ругаться, потому что... Потому что я хоть и убивал, да, там 19 фрагов у меня было, но пацаны очень любили мои флешки. РП. Что такое РП? РП. РП. КЗ. Вот, сейчас ТП, если не будет повки. О боже, начинается машина. Сейчас я напишу Норбиту в Steam. Машни, машни, машни. Где он там? Где он? Он не мог меня удалить. Он врет. Ту-ту-ту-ту-ту. Он не мог меня удалить. Скотина. Так, как его там? Так. Он что меня... Ай! Скрин запилил. Короче, надо сделать вот так. Я вас не спросился. Ладно. Все, не важно, чем... Отлично! Все, все, найс. Отвисло. Я думал, Steam меня не отпустит. Ну как зачем пов? Наверное, начнем Как можно умереть, зайдя в скрип? Как можно умереть, зайдя в скрип? Норбит, Норбит это нюк! Я не играл. Каким образом ты не... Я еще и хурну несу, ладно, окей, ребят. Я буду абсолютно серьезен. Начинается кнайф на второй карте за сторону между командами Power of Honor и Империя. Так. Где урежут? Походу он никого не режет, потому что он был коцанный. Дается минус за минусом. Империя каким-то образом хотит выиграть КНФ. Аржон минус один. Ой, опасно сейчас было. Ну да. Еще и коцает он. Одного из Империи. Итак. Что же, стей. Ну, стей так стей. Итак, первый пистолетный раунд на карте Денюк. Как мы видим, двое располагаются на нуле, один в скрипе, другой в почти в желтом, и трое идут на У по улице. В это время в ангаре есть Киршаков, он не попал. Будет еще пытаться отбивать свою позицию, и его это как-то очень фигово получает, зато все тиммейты делают все за него.
все сделали тиммейты за Киржаковым, потому что не смог я смешно пошутить по поводу этого, поэтому лучше вообще не шутить. Итак, Киржаков у нас поднимается на 9, занимается уже верхний плент от Ви, и кто-то еще с ним напарник, это КСХС. Так, дается у нас Хаишечка, нам тут походу сейчас будет аркада, Женя 20 хп уже умер, за один живет там, чуть ли не... Пытался сейчас дать аэр Киржаков, еле-еле убил, в итоге уже на земле, причем наверное, был взяли раунд 8, да? Так, Ванек остается у нас на рампах, у него есть девайсик, не минус, никак не могет убить. 2-0. Итак, у теров есть гранаты, они хотят что-то взорвать, и то, что они будут взрывать, мы увидим по Ване. Нет, они решают подождать типа аркады, если подождать каешки, то соответственно... Разлетелись Power of Honor просто. В разные стороны разлетелись. По-моему, сейчас... Ну да, есть калаши у Power of Honor. Это будет попытка взять первый бай. Форест еще, скорее всего, будет открываться, потому что... Тем временем, взрыв где-то находит V1. И еще сатиру прилетает граната прямо чуть ли не в лицо. А район из Пях очень непонятно делает. Форест убивает Империю, Сатиру он убивает, остается КСХС и флагман, на один под Пикетю, второй на желтом. Вот дело, остается 2 хп у Фореста, пока что без потерь идут Power of Honor в этом раунде. Итак, дождался желтый КСХС. Сачный ЛТВ вот это, мне кажется, то, что брат не засейвил свой девайс, и это 3-1. Первый байраунд взят. Взял, точнее, взяла команда Power of Honor. Команда Империя у нас немного подрастерялась от такого количества хаешек, особенно потому, что вот этот раскид, это нюк, это всё. Это значит под 9, выходит у нас Форест, не чекал он палку. Так, ставится плентик. Чуть ему сейчас не дал в лицо из фиакс. Ах, это КСКС, 15 хп, 2 минуса, да нет, не 2 минуса. Уже открыто Женя с Ваньком, Ваня 4 хп. Будет пытаться он сейчас разбирать. Женя вешает 2 шотка, Женя занимает 2-го, и остается один сатир на рампах с Авиком. Ну, ребята, как-то правда... Расслабились. Или им уже просто по барабану, как вариант тоже. Такие пирожки. ТВП было засейвлено, так же как и 2 девайса у теров. Это плюс деньги. И все хорошо. 2-3. И похоже будет еще один бай у контров, судя по всему. Лена все полагается, что террориста. Сейчас Зоя будет контактировать со своим противником. Должны были слышать, что пацан упал на желтую. 2-9, просто Зоя, молодец. Вышли вверх опять у нас Power of Honor. Прошивает на 0. Держаков убивает. Зоя, КСКС убивает Ржон. Ой, Женечка.
Женя хочет затащить, выходит на рампу, у него есть плент, он уходит вниз и... Поздно догонять уже КСХС. Поздно! Можно пытаться через от каналки отыграть. 8 хп у Жени. Дикий фарм. Ну да. Ну что, поставить планшу, в принципе, тоже неплохо довольно. 4-2. В пользу Империи, в пользу команды Дефенса. Итак, у теров денег и у кого как. У кого-то на дигл, у кого-то даже есть на калаш. Есть на флешке. Вот у ребят всегда есть раскид, они с пустыми руками не идут. Это может человек. Тем временем у Женя ставит плент. Ставил плент наверху. Хоть каналка и разбита, все думают, что уже не шутка, ему набирают. Power of Honor тащит уже почти всю команду. Остается у нас один Саид, который стоит на, да, он уже сзади. Дается флеш на отход, чтобы ребята не смогли доставить свои девайсики или пойти убивать его. Походу, все это... Да. 4-3. 4-3 в пользу Power of Honor. Нет, вру. В пользу Империи. Все еще в пользу Империи. Еще вот у нас было засейвено АВП у Сатура. Сатира. Поэтому уже дигвы, проход по ходу улицы, не растянулись так. Сейчас парень сидел такой мог... О, Неждан выдает вообще. Ну, Неждан этим заканчивается, это, по-моему, уже в мейне. Нет, еще не успел дойти. Женя. Шот вешает РЗ. Второй не вешает. КСХС убивает, убирает лигу КСХС и гранатов. Я даже не гранат, даже Ванюк убивает. 4-4. Сравняю счет Power of Honor. Будем надеяться, что дальше будет жестче. Итак. Ну, у контров вроде как это, то есть один улица, трое арка. Так, уже умер у нас от... Фак, у меня раздражает уже этим ником. Блин, чёрт. Остается у нас у Power of Honor лишь один Женька, который... он убил даже. Убил он. Пожарку. Кишку! Пожарная кишка спешит на помощь, так. 4-5. Ну, теров опять полубай. Есть ли в этом смысл? Каждый скажет по-разному. Сейчас узнаем, есть или нет, сейчас, если Женя еще даст маршрут. Кстати, очень возможно то, что Сатир сидит около. Да, вот я так думал. Сейчас, если к нему сейчас выйдет... Женя, зачем он топнул? Провал. Ладно, нормально, забрали самое главное. Самое главное убить, чтобы он не бегал, не трепещал.
Да что ж такое, я просто иногда залипаю, ребят. Простите меня, пожалуйста, я знаю, что это плохо. Я прям иногда прям падаю просто вот никуда. КХС убивает первого, второго, третьего, от души жмет, убивает и дефицит ленд. Четыре шесть. Неужели это будет третий? Итак, у нас Коржаков занимает мейн, похоже, что на него будет выход. Керы вышли вверх. Решить раунда можно сейчас. Окуня побольше, минус еще дать. Плент стоит походу внизу. Нет, плент стоит наверху, дефис. Плент это 4-5. Вот благодаря тому, что собрались по уровню, сбились нормально. Итак, теры у нас пробегают на ноль. Ну, по крайней мере, Зои. Ой-ой-ой, пауэрфоны начали подтаскивать игру на самом деле. Я просто сижу и туплю. Я сегодня вообще готов стримить, на самом деле. Мне позвали за 10 минут до начала игры, поэтому не было у меня возможности готовить. Я же я, поэтому я начал стримить. Болеем за ПВХ. Наверное. Или нет, или болеем за Империю, в принципе. Болеем за красивый, интересный замес. Чтобы было прямо хорошо. Итак, теры снова бегут в ноль. Сейчас Ваня будет открывать. Ваня вышел вверх, убил. Все, все чекнули, все, плент можем счет. Что же я такой подторможенный? Это 6-7 становится счет. Сейчас у Зео есть респа. У Зои, то есть у Зео. Но он ей не пользуется, он идет 6-9. Умирает. Скада проходит быстро, уходит обратно к мейну. Так, 4-4 у нас ситуация, где там теры проходят по улице, трое, и один будет, видимо, как-то зажимать себя. Проблема вся в том, что уже там есть два чувака на нуле, и они знают то, что они, их тут нет, теров. Ну, Зой дает первый минус, такой неплохой. Чуть теры не спадет. Убивает, завершил хэдшот Гержаков и КСКС вешает форесту. Соответственно, Саланя и Арон. Итак, 1 в 2. Ваня. Минус 1. И посмотрим на 9.
6-8 берется 8 раунд для команды Империи. Итак, я вновь располагаю на нуле. Женя минусует, сейчас мейн хорош. Три от Жени. У нас 4 от Жени. Поэтому при всему у нас осталось 100 хп. Есть инфа про последнего. Женя бежит на эйс. Это флешка. Там 7-8 с минус сторон. Ну, 7 раундов за атаку, это довольно неплохо, Ванюки. Если у тебя на хороший отряженный отряд дефенса. Так, лайф. Первая пистолетка на второй карте между командами Империя и Power of Honor. 8-7 первую сторону выиграли имперцы со счетом 8-7. Итак, что же будут делать? Буду делать похожий ход. Под раунд. Под раунд. Ой, взрывается, Арасон дает лицо, с моей заходит, пацан убивает, найс. Все как-то настолько быстро произошло, что я даже сначала не вдруг понял, о чем речь. Восемь-восемь. Так, Зои белый. Остается на позиции. Бомба тем временем упала на нижнем плентье. Опа. Встреча. Не ждал, он так встретили сейчас Ванек и В1. Итак, остался Сатур. Так, Женя забирает Империю, лоу. Итак, 9-8. Вот теперь в пользу команды Power of Honor. Итак, один побежал на улицу у нас. А где сейчас диглы? Улыбай, тем временем Ваня врывается просто. Дай, сайт Ваня убил еле-еле, вообще не вешает. Плент прошел вниз, по-моему, про этого никого инфы нету, сейчас все будут думать, что это верх, это верх. Так, пока что более-менее эко. Разрешилась бомба. 10-8 в пользу Power of Honors. Так, это походу снова вверху. Вверху падает. Падает у нас Forever True, Foster's True. А Foster's True. Убивает. Убивает
убивает империю. Или жащую бомбу, я отжал, походу, блин, зажал. Да. 1-8. 5 раундов для команды империя что-то сделать. Потому что если они проиграют. Да, я опять завис. В смысле, мозг мой завис, не я сам, я тут убивает Power of Honor своих оппонентов. Last Kalash. Поднялся на 9. Никого здесь не увидел. Ага, и получил в лицо от мейна. 12-8. Ну здесь что, ребят, есть повка, это не будет техническое поражение. Я по поводу этого, как его зовут, Арджона из... Ну, вы поняли. Итак, Тер. Тер нужно что-то делать. Что-то новое, что-то необычное. Бомба осталась в СП, видимо, новый тренд. Ванёк убивает В1, дает ХЕФ скрипт, чтобы он там... Мне раз не попал по XR, вышел рампы. Флагман. Опять фрага, ой, фраг, флагмана 2 в 2, 3 в 2 ситуация, причем 20 хп. Должен быть его минус, не убил вообще никого. Итак, Евгений, может ли Евгений не убил ставящего? Залетел второй. Поэтому счет 12-9 в пользу Power of Honor. 4 раунда остается, нельзя для того, то есть для победы, и победы в этом турнире, чтобы получить эту грамоту. Классно. Дается флешечки на рампы. Первый бомбу только теперь скрипело, вешает ХП Арджону. Они все прошли уже. Ну, жесткие размены, и остается один X-Ray. А, Женя тащит раунд, я только просто сейчас дуплю. Хорош. 13-9 вот становится в этом матче. Смогут ли империя переломить ход игры и вывести игру к третьей карте? Вот что интересно. У нас Сатир. Я считал, что это будет так, и не посмотрел я на закуп, и он на радио. Он на радио. Нет, не все, это все. 14-9. Использую команды Power of Honor. Террористы будут делать походу фаст выход вверх. У теров еще яв. Летает в крае флагман, так они пока выход вверх.
забивают в порох. Сейчас уже разведет банька. Ставит план. Ой-ой-ой. Остается Зоя. Зоя, то есть. Сможет ли сделать. Я не смогла, но в общем Зоя не смогло затащить. Поэтому сейчас остается 10-14. То есть нужно всего лишь два раунда команде контртеррористов, чтобы победить. Второй карте, то есть на финале получит эту классную грамоту в классной группе. Можно потом перед друзьями хвастаться. Ну или нельзя. Скажешь, что за бомба, боже мой, бомба. Аркада скрипт не пошла нормально, Женя. Походу взбесился. Потому что... Сейчас я типа... Ох, откуда он их так? Да, слушайте, это было прикольно. Нашпиговал он пацанов. Ну, мамашу берет Евгений, ну ладно. Ребята расслабились. А империя, по-моему, вообще Колубай Дигл. Блок. Калаш, Киржакова. А вообще шкалил, пойдет с блоком. Так, отлично. Уже два минуса за мной. Шилд скрип. Убивает его Ванька из желтого и остается ранее. Радио минус и радио минус. GG. КГ ставит точку в этом матче. Зоя, сделав минус 2. Очень даже неплохо.